Друзья, приветствую вас на кулинарном вкусном канале. Для любителей первых вкусных блюд предлагаю приготовить наваристый летний овощной суп с макаронными изделиями и сухариками домашнего приготовления. Овощной суп, который легко приготовит любая хозяйка. Будет наваристо и сытно. Довольны будут все. Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления, вы видите на экране перед собой. Подробное описание рецепта ищите в инфобоксе. Кратко о ингредиентах. Для наваристости и сытности супа нам понадобится в меру большое количество спелого и зеленого лука. Макаронные изделия. Любые, какие любите вы. Обязательно картофель, свежая зелень укропа и петрушки. Вкусности супу придаст плавленый сырок, желательно пару штук. И болгарский перец. Я буду использовать перец сладкий, заранее перебитый в блендере. Из специй в суп добавлю хмели-сунели, по своему желанию сушеную мяту, свежемолотый душистый перец и соль по вкусу. Также понадобится томатная паста, 1 столовая ложка. Для начала обжарим спелый лук на растительном масле до золотистого цвета, постоянно помешивая. К луку добавляю сладкий болгарский перец. Следом томатную пасту. Все тушим в течение 5 минут. Поджарку заливаем кипяченой водой. Даем закипеть. Кипящий бульон отправляем в картофель. Будем картофель варить до полуготовности. Добавляем зелень зеленого лука. Варим суп на медленном огне. Солим, добавляем все специи по своему вкусу. Почти в конце приготовления супа добавляем макароны и плавленые сырки. Варим все до полной готовности макарон. Плавленые сырки должны полностью раствориться. Отправляем нарезанную зелень укропа и петрушки. Наваристый суп накрываем крышкой. Даем супу настояться.
Приготовленный суп получился наваристым. Несмотря на наличие простых ингредиентов и полное отсутствие в супе мяса. Овощной суп подаем к столу с домашними хрустящими сухариками. Простой овощной суп – просто объедение. Приятного аппетита! Спасибо всем за просмотр! До новых встреч!